У меня аж глаз задергался, пиздец. Микрофон сразу попал. Бля, дебильный. Блин, гигантский дом этот, дом. И камеры расставляют. Фонарь? Да. Я камеры, я на второй сразу. Надо сначала включить эту хуету, как это. Чтобы все. Блин, я вообще не понимаю здесь. Не видно ни хрена. Слышали? Сейчас. Ты чуть не обосрался. Да. Что это было? На каком этом этаже не определили? Какой этаж? Второй этаж. Я все комнаты обошел. Поднимайтесь. Лестница сразу налево. Минусовой нет. Скиф, где ты на втором? Не пойму. В какой комнате ты? Налево. Да, я налево. Охуенные фото. Да, вот там, где валяется, он в углу. В углу был. Да ставь тут у прохода, ты задолбал. Куда ты прешься? Он там был. Ставь вот здесь вот от двери, чтобы всю комнату видно было. Я за датчиками все.
плюсовая температура. Где минусовая? В этой комнате. Да. Минусовая, значит, вот. Хреново видно, можешь пойти фонарь там сбросить, чтоб лежал. Ультрафиолет, брать, проверять. Да, возьми и рацию возьми. Взял радио. Блин, он дверь закрыл. Ну ёпара, сатэ. Почему я всегда? Жестокий тип. Ага, я видел, как он шел за тобой, бедный. Со второго этажа. Блин, надо было спрятаться, я просто забыл, где я открыл эти хуйни. Да я тут в темноте вообще ничего не видел, блин. А, слушай, из этой комнаты вышел, кстати говоря. Чуть-чуть не успели, я все поставить. Че, Саддам там где? Че в итоге-то думаем, кто это? Слышь, Скепчик, кто это в итоге? Какие я не понял, я говорю, мы не успели ничего. Кроме как кого, что была это. Холодно было. Минусовая температура, МП5 не было. Все. Соответственно, тоже не успел. И радиоприемник тоже. Отпечатки рук, я хуй его знаю. С Адамом ходить надо. Саддам идет. Блин, куда Саддам выходит? Ёпер, театр, а? Понятно. Вайп-отряд. Ну чё, здорово.
Welcome back. I've prepared some jobs for you.